День добрый, сегодня 5 августа, и будем заходить в магазин Карл Лагерфельд. И сейчас начались максимальные скидки, тотальная распродажа. Все, зайдем, все покажем, все расскажем. Пойдемте. То есть футболки от 23 евро женские есть, там 27, 29, обувь есть от 59 евро. Пойдемте сразу к обуви. То здесь много народу. Общим планом обувь. Такая модель. Коллекция коктейль. 64 евро. То есть 50% скидка уже. Такие очень легкие. 79 евро. Стоили 159 евро. Все это натуральная кожа. Такая модель. 74 евро. Дальше. Кеды. 59 евро. То есть больше скидок уже точно не будет. И вполне возможно, что у размеров скоро совсем ничего не останется. Такие кеды. Коллекция коктейль. Цена, вот так будет лучше, 59 евро. Такая модель. Карл Лагерфельд джинс. 49 евро. Есть 38 размер точно. Кому какие там размеры надо уточнять, пожалуйста, все вопросы, как обычно, все на WhatsApp. Такие сандалии. 34 евро. 37 точно есть. Натуральная кожа. 47 евро. Это все натуральная кожа. Так, эспадрильи. 59 евро. Такое ощущение, что только большой размер. 41 здесь. 64 евро. Натуральная кожа. 31 евро. 37 размер. Такие шлепки. Дальше. Тоже 63 евро. Так, 63 евро. Это та же самая модель. Туфельки 109 евро, изначально 219, но тоже получается 50% скидка. 79 евро. Тоже 63 евро. Зеленый цвет, натуральная кожа. 63 евро. Тоже 55 евро. Натуральная кожа, причем кожа мягкая. Такие лодочки Карл Лагерфельд. Цена вопроса 39 евро. 36 размер это. Внутри подклад кожи, кстати, показано. Это то, что было женское. Эти модели мужские. Это мужские модели. Начнем с их классики. Видите, это коллекция коктейль. Скидки на нее нет. То есть это финальная цена 149 евро. Мягкая кожа, замша. 69 евро. Натуральная кожа. Все это. Причем бутиковой коллекции. Тоже кеды легкие, кроссовочки такие. 74 евро. Вот такие классные тоже кеды. Заказывали, были в Мадриде, мы показывали. 59 евро. Есть 41 размер, может быть, еще какие-то размеры есть на складе. То есть всем желающим, пожалуйста, все вопросы на WhatsApp. Такие кеды. 83 евро. Ну, здесь получается около 30% скидка идет на эту модель. Тоже кеды. 99 евро, 50%.
Мужские сандалии 47 евро. То есть больше, чем 50%, 60%. Кожа мягкая. Такие ботиночки. 99 евро. Стоили 249 евро. Так, это то, что касается обуви. Дальше. Также на скидках сейчас мужские рюкзаки, сумки, портфели. Допустим, вот такая сумка, натуральная кожа. Сейчас цена 91 евро. Изначально было 229 евро. То есть по документам А4, по-испански, А4, все войдет отлично. Там папки, все, ноутбук, все как положено. Дальше. Рюкзаки. Тоже такие рюкзаки заказывали. Была цена вообще космос, 249 евро. Сейчас они по 99 евро. Тоже натуральная кожа. Мягонький, насядь, даже померяю. То есть формат, размер идеальный. Тоже, повторюсь, натуральная кожа это все. Причем кожа неубиваемая, кожа софьяна, ну, отличный рюкзачок. Такая модель, здесь уже идет мягкая кожа, тоже 99 евро цена, стоили 249 евро. Здесь на магните, внутри текстиль, таких даже модель мы не показывали. Здесь, я думаю, такая же цена будет, нет, даже 95 евро. Комбинированный из двух цветов. Расцветок 95 евро. Причем здесь тоже идет текстиль кожи. Джаме, вот здесь бахарла мусика. Со своей музыкой. Так, такие сумки. €63. Тоже, скорее всего, кожа. Ну, такая сумка почтальон 114 евро. Идем дальше. Кстати, мужские пуховики, сказали, пух внутри. Порекомендовали нам тоже показать, вот девочки-продавцы. Цена вопроса 103 евро. 259 евро стоили. Ну, внутри пух. То есть Карл Лагерфельд. Эти сумки и рюкзаки тоже, это мужские, нейлон, 71 евро, например. Вот такой рюкзак, 79 евро. И смотрите, вот такая есть дорожная сумка, ну это сумка унисекс. Причем здесь она расстегивается и увеличивается. То есть становится чуть-чуть больше, есть плечевой ремешок. Текстильный, тут всякие бумага, все это такая достаточно объемная, и цена вопроса 124 евро, 249 евро было, то есть 50%, это коллекция коктейль, 99 евро такая еще сумка тоже, она будет по объему поменьше. Так, ну что, покажем тогда мужское, раз мы в этом отделе стоим. Футболки мужские от 29 евро, например, вот коллекция коктейль. Трикотаж у них очень-очень хороший, кто уже заказывал, покупал, все довольны. 29 евро, стоили 59 евро. Например, такая белая футболочка. Плотный трикотаж, повторюсь. Цена вопроса 27 евро. В общем, планом сейчас еще раз сделаем, да, их такие. Так, вот такую давайте еще черную покажем. 23 евро. Вот такая футболка будет 23 евро. Это мужская. К женским тоже еще дойдем. 23 евро. В белом цвете подороже, смотрите.
Та же самая модель в белом цвете, только по 29 евро, оказывается. Вот. Видите, от цвета тоже зависит. Так, сейчас так накинем. И здесь на воротничка, видите, еще Карл Лагерфельд. Цена вопроса 27 евро. 27 евро. Так-с. Внизу тоже модели есть, вон там вижу. Так, давайте покажу такую модель. Это спереди, это со спины. Такой Карл Лагерфельд. И цена 29 евро. 29 евро. Также есть вот красные, белые, черные. Давайте сейчас посмотрим по цене. 23 евро тоже, смотрите. Черный цвет. Вот такая футболка, 23 евро. Спина полностью черная. Такая же в красном, 29. И в белом, 23. Черный и белый по 23 евро. Футболочки такие. Ну, сейчас, чтобы не быть голословным, вот белый цвет. И цена 23 евро. Мы показываем все цены. Очень приятный трикотаж. Даже вот берешь в руки и очень-очень приятно. Цена вопроса. Такой футболочки. Вот это подороже, видите, 41 евро. Всего лишь 30% скидки на эту модельку. Давайте забрали, принесли вот такую модель, посмотрим. €34. Так, кому что надо, пожалуйста, делайте скриншот и присылайте на WhatsApp. Ссылка прямая есть всегда под описанием. Дальше. Так, это вот эта футболка. Цена вопроса 29 евро. 29 евро. Здесь, это из бутика, 34 евро такая футболка. Париж. 41 евро. Поло 35 евро. 41 евро. Так, будем просто пока. Так, это есть. Это те же самые футболки. Так, это мы показали. Дальше, что интересно, есть, кстати, вот такое поло, 34 евро. Цена изначально была 69, то есть 50%. Повторюсь, это уже максимальные скидки идут. Также в черном цвете есть. Тоже 34 евро. 34 евро. Футболки в желтом цвете 34 евро. Это все еще идут модели мужские. 25 евро. Мужская футболка, кстати. €25. Так-с. Такая футболка 34 евро. Такая 55 евро. 55. Ну и дальше такая сеточка 27 евро. Ценника не вижу вот здесь. Такое в виде пола. 69 евро. Так, и вот такая, кстати, такой футболки не было. Цена вопроса 29 евро. 29 евро. И вот такие раньше были по 25 евро как-то. Да, также и сейчас 25 евро такая моделька осталась. Так, пойдемте посмотрим свитшоты. Что у нас со свитшотами здесь есть? Смотрите, джемпер какой. Цена вопроса 51 евро.
129 была цена. Тоже джемперочек. Более такой плотный. Цена вопроса тоже 51 евро. Так, пойдемте свитшоты посмотрим. Давайте. 51 евро. Так, 51 евро. Худи. 55 евро. 55. Так, в фиолетовом цвете. Таком. Тоже 55 евро. Цена тоже 51 евро. То есть это уже максимальные скидки. Больше уже просто быть не может. 47 евро. €59. Так. Такой не было модели. Как футболки были по 25 евро из этой же коллекции. Свитшот. Цена 40, наверное. 45 евро. В принципе, идут размер. Так, коллекция коктейль. Есть скидка? Есть, смотрите. Удивительно, удивительно. Свитшот коллекции коктейль. То есть это их самая там известная, популярная коллекция. Цена вопроса 47 евро. Сами в шоке. Оператор задумалась. Реально, очень цена низкая. Странно. Дальше. Есть вот такая толстовочка. Здесь идет вышивка коктейль Карла. Без киски. Цена вопроса 59 евро. 59 евро. Так. Давайте еще вот такую черную. Также футболки были из этой коллекции, мы показывали. По 23, по 20 в красном и в белом цвете, по 29 евро. 47 евро тоже. То есть, ну вот. Вот футболка, вот толстовка. И вот здесь вот эти футболки из этой же коллекции. То есть футболочка 23 она была. Да, 23. В красном и в белом подороже. 29 евро они были. Так, здесь еще покажем. Цена. Странно, здесь цены нет. Давайте сейчас другой посмотрим, возьмем. Вот ценник. 59 евро. Тоже из этой же коллекции есть футболки, которые мы показывали. Вот по 20. Сколько они тут были? А, по нет, они по 41 евро, кстати. А эти 59. Ну, как бы футболочка стоит практически как толстовка. Так, такой лонгслив. 27 евро, кстати. 27 евро. Дальше вот такая толстовка в желтом цвете. Нарядная. Сколько? 51 евро. Я сначала думал 31. Нет, 51 евро. 51 евро. Так, такие должны быть по 47. Я же говорю тоже по 47. К ним вот футболочки также идут по 23 евро. 47 и 23. 70 евро. Дальше. 55 евро. Худи.
Кстати, вот смотрите, такой не было модели, никогда не показывали. Очень классная. Все это вышито. Цвет такой оливковый. 55 евро цена. Ну, прикольно, надо будет потом померить. 47 евро. Кажется, тоже такие футболки где-то были в виде. Повторюсь, цены смешные. Вот, вот тоже коллекция коктейль. 47 евро. Так, что еще из мужского? Кстати, давайте вот шорты. За 9 евро. Дороговато выходит. После цен Hugo Boss, кто видел распродаж, да, по 29 евро. 69 евро выходит очень-очень дорого. Здесь, в общем, планом. Ну, такие поло мы показывали на стойке. Джинсы 51 евро, 47 евро, 47-51, 51 евро. Это мужские все еще идут. Здесь у нас, а это новая коллекция, ну для сравнения, вот просто видите, это новая коллекция здесь показана, вот только привезли еще, наверное, все в бумаге. 119-129 скорее всего будет. Как обычно. Ну да, то есть вот получается, видите, 119, на нее, естественно, скидки сейчас нет. Футболки будут по 59, по 69 евро. Это из новой коллекции. Ну, смысл новую коллекцию показывать тогда. Когда все привезу, тогда и сделаем. Да, это все новая коллекция. Здесь идет максимальная цена. Ну что, переходим на женские модели. Пойдемте вот с этого края. Покажем сумки. Сумки 67 евро. Здесь текстиль, вполне возможно, может быть, это и кожа. Такие рюкзачки. €79. Такие, кстати, были футболки еще тоже из этой же коллекции. Может, даже где-то и остались. Такая сумка нейлонова 55 евро. Плечевой ремешочек идет средней ширины. Рюкзаки женские 71 евро. Тоже это нейлон. 71 евро. Ну, легкие. 67 евро такая сумка. Здесь на магнитике идет. Вот так. И плечевой ремешочек. Кожа плюс цепочка. Кстати, 67 евро. Дать вот такую толстовку. 51 евро. Это все идет уже, начинается с женские модели. 64 евро. По размеру надо все уточнять на складе. 64. 64, так, почти упала. Кстати. €51. Так же, как и в мужской коллекции, есть такая же модель женская. 47 евро. 47. Так, вот это мы не показали. Вот из этой же коллекции, как сумки, рюкзаки. Так, цена 64 евро.
54 евро. Так. 51 евро. Тоже, мне кажется, мужской была моделька такая. Плюс-минус похоже. 51 евро. Так, потом показывай мне. 47 евро такая модель. 47. Так, с... Ну, общим планом, вот здесь модели 47 евро. В оранжевом цвете. 64, ну, мы такую модель показывали. Так же, как в мужской, 59 евро. Худи. Коллекция коктейль 90 евро. Здесь что у нас? У нас шортики идут, юбки. Давайте покажем такую юбку. Такая юбочка нарядная. Ага. Здесь ценник без скидки. 63 евро. 63. Такая модель. 47 евро. Так же, как в оранжевом цвете. 47 евро. Это все новая коллекция. Здесь все новая коллекция. Новую коллекцию не будем сейчас показывать. Такая обложка под паспорт, например. Коллекция коктейль 34 евро. Кошелечек также из коллекции коктейль. Под монеты, под карточки. Тоже 34 евро. Видите, написано маленький кошелечек. Так, 64 евро. Как клатч можно. Это соединяется, как кроссбоди. Цена вопроса 64 евро. Вот это из бычковой коллекции тоже как клатч можно. €64. Так, общим планом здесь такая сумочка тоже бутик. Смотрите, 39 евро. 39 евро. Так. 27 евро. Натуральная кожа. Причем очень мягкая. Текстиль кожа. 31 евро. Цены, говорю, очень-очень хорошие сейчас. Так, сумки в двух цветах. Белая, черная. Здесь ценник 129 показан. Давайте посмотрим в белом цвете. Могли здесь еще ценник не... Вот, есть ценник 51 евро. То есть я в черном, думаю, будет точно так же стоить. Кстати, смотрите, есть женский ремешочек. Коллекция коктейль. Давайте узнаем цену. 39 евро. Супер цена. Здесь ценника нет. Но опять же, кому что надо, все можем уточнить. Так, попали мы здесь немножко в пробку. Давайте с этой стороны. 94 евро. Это она замызганная уже здесь. Может быть, есть на складе новый. Для понимания. Нету ценника здесь. Видите, был ценник, отодрали. Подобрали. Ладно, кепки. Кепки были вообще по смешным ценам. 19 евро. 19 евро. Покажем все кепки, потому что
По таким кепкам, по таким ценам кепки грех не показать. 19 евро. Нейлон, коллекция коктейль. Интересно, есть 34 евро. 34 евро. Карл. Ну, кепка классная, повторюсь. Также 19 евро. Ценника нет, тоже думаю, ну, плюс-минус там 19 евро. А вот, наверное, здесь будет ценник. Угу. Нет, 49 евро, скорее всего, тогда 49. Так, это были, ну, это был унисекс. Вот это чисто женские идут у них, по идее. 19 евро. €24. €19. Такая кепка из коллекции сумок, рюкзаков. 34 евро. Давайте еще вот здесь в черном цвете посмотрим, покажем вот эти. 24 евро. €19. €19. Тут панамки. Панамки. О, €19. Общим планом еще сейчас сделаем. Так, сумки. Также есть купальники. Знаете, вот общий план сумок. Такая сумка 79 евро. Вот идет текстиль. Формат. Кепка из этой же коллекции, бейсболка, €24. Сумки. Так, 67 евро. Сумочка вот такая, 69 евро. Вот такой, это идет синтетика. Так, вот такой шопер. Шопер 89 евро. €79. Так, здесь показали модели. Так, здесь у нас есть ценник. Ценник. Так, это коллекция коктейль. Нет, на них, видите, на эти модели нет скидок. То есть они идут по полной цене. 189 евро, 119 евро. Кстати, есть вот такая поясная сумка. Нейлон, 119 евро. Ну, повторюсь, на них скидок нет, к сожалению. Так, то есть вот здесь разглядеть, есть у нас ценник здесь. Нет, здесь тоже скидок нет. Так, то есть стенд скидок нет, к сожалению. Так, идем сюда дальше тогда. Покажем футболки, платья. 25. Так, какая футболка? Ну, такие. 41 евро. Как в черном цвете. То есть, в принципе, это почему-то модель очень дорогая у них. Такая футболка. 34 евро. 34. Такая футболочка. Оверсайз. 41 евро, V-образный воротничок. Тоже футболки у них. Обычно модель унисекс, что в мужской, что в женской. 29 евро. 29 евро. Такая же модель была. 41 евро в мужской коллекции. Так. Также в черном цвете такая модель. 41 евро.
41 евро. Давайте обойдем вот здесь и покажем общим планом футболки. Кстати, есть вот такие поясные сумки женские, 55 евро. Идет текстиль под джинсу. Поясные сумочки. Здесь футболки. 34 евро. 34 евро. 29 евро. Ну, такие тоже были. Мужской, хороший трикотаж, повторюсь. Но это именно женская модель. Женская футболочка. Из женской коллекции. €41 мы это показывали. Вот здесь есть модели сумок. €99. Коллекция коктейль, видите, €99. €94. Тоже коллекция коктейль. Здесь у нас 60, нет, вроде, €99. €99. Мягкая зернистая кожа. €119 такой шопер. €119. Ну, 50% скидки. Так, вот здесь еще тоже смешные цены были на сумки. Показывали нам, смотрите, €91. Причем это замша и, скорее всего, даже тоже кожа. То есть изначально была €229. €91. Здесь €79. €79. Изначально стоили €199. €99 полностью в черном цвете. Такая модель по €119. €119. Изначально стоили €239. €99. Так, здесь у нас €63 в черном цвете и в таком мятном цвете. €63. Что в черном, что в таком мятном цвете. €63. Кроссбоди. Общим планом еще вот эти футболки покажем. И потом вот эти сумочки, шоперы. Общим планом. То есть, ну давайте вот три цвета. €29. Белый, черный. €29. Так, шоперы. Давайте вот эти шоперы покажем. Вот видите, скидки до 60%. €27. Тоже €27. Коллекция коктейля. €27. Такая модель также под футболки вот были показаны. Подороже €41. Такой тоже не было модели. Ни разу не показывать. Вполне возможно, что это новая коллекция. Да, это новая коллекция. €59. Это новая коллекция. И внизу тоже без скидки эти модели идут. Это все новая коллекция. Ну, в принципе, все. Все, что могли, показали. Если у кого-то будут вопросы, пожалуйста, все вопросы пишите на WhatsApp. Ссылка прямая под описанием. И присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Там все товары в режиме онлайн. И подписываемся и ставим лайки под этим видео. Всем спасибо и до новых видеообзоров. До свидания.